У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. Спасибо, чувак. Итак, добро пожаловать на Snoring at Play. И сегодня мы возвращаемся в метро. И сегодня мы будем играть. Потихонечку, аккуратно. Патронов у меня, конечно же. Вот наплакал. Ну, это тоже лучше, чем ничего. Очень быстрый молодой человек. Который слегка совсем провалился под текстуры. Так, мы должны быть крайне аккуратны и чертовски осторожны. Ну вот, один патрон я в итоге в молочище. Но эти господа определенно опасные. Трупы тут всякие разные замерзшие. Тут вот. Смотрите. Славно, славно. Когда ты внимательно бродишь, ходишь, ты обнаруживаешь различные полезные предметы для дальнейшего прохождения. И это не может не радовать. Потому что патроны это очень редкая, к сожалению, здесь валюта. По крайней мере, у меня их очень мало. И я подозреваю, нужно быть очень аккуратным, очень внимательным. Так, там какая-то дымка. Пойдем туда. Что это такое только что было? Воу! Эй! Их целая шайка, обратите внимание. Там демоны вон кружат. Демоны кружат над моей головой. Они, видимо, с кем-то дерутся там. Саракш. А я думаю, что за звук? Это демон прилетел. Какое-то радиоактивное место. Здесь
полезные приблуды. Есть погибшие. Да, это место меня убивает, походу. Вау. Я же уже использовал одну аптечку. Очень опасное место. Прям вонючее. Жесть. Снизу покусанный, поеденный весь. Еще один джентльмен. Слегка плюнул, это я кого-то вляпался, да? Господи боже! Три аптечки, я еще даже играть не начал. Кто здесь? Он на меня рычит. Кто это? Что здесь так много народу мертвых? Здесь что-то логово? А, ну эти крысёныши точно. Так, давайте освоим быстрое сохранение. Оно не помешает. Что у нас здесь? Различный мусор и хлам. Мусор и хлам! Много этих жучков. Это новое лошье подвале, толок хрен нарыло, лови их потом, бля. Так, господа, давайте будем с вами устраивать войну. Так тупо промазать, это просто невероятно. Эй, мазафака! Да какого черта? Давай ты вот не сейчас. Эй-эй-эй. Мне вот решительно не до вас. Okay.
Давай ты полетишь куда-нибудь в другое место от души. Плохо. Мы разжились патрончиками. Так, этот джентльмен как-то не лезет сюда пока что. Здесь еще я бойцов положил. Давайте их обязательно обыщем. Потому что у них всегда есть полезные приблуды для нашего путешествие. Там еще сверху один типак валяется. Какая зловещая тень от костра. Так, угу, что это? Смотрим на текстуры, которые замаскированы под пол. Заходим. Смотрите, много. Много. Очень много. Круто. Здорово. Кассета. Давайте послушаем. Коля, пойми наконец, вечно так продолжаться не может. Надо либо снимать знак, или блокпост организовывать, или еще что. Люди все идут. Последняя семья 6 километров машину толкала, и когда мы им сказали, что бензина давно нет, чуть до кулаков дело не дошло. Да, мы были внесены в список пунктов снабжения, и мы не виноваты, что бензовоз не дошел, но почему из-за этого я должен объяснять людям, добравшимся до нас на последней капле бензина, что теперь им придется бросать машину со всеми вещами? Хорошо, хоть в эшелоне, который на мосту торчит, еще остались сухпайки. Так что именно туда мы с более вменяемыми из беженцев и отправимся. Так что, как поймаешь наконец бензовоз, ищи меня там. А еще лучше сразу веди бензовоз туда, без горючего нам зимой придется туго. Hmm.
Оп. Оп. Что здесь у нас? Здесь ничего. Ублюдки. Вот ты мазафаки. Здесь где-то рядом ваше убежище или что? Почему здесь так много? Карте. Нам надо еще немного, да, пройти. Пусть копошатся. Ага. Вот и безопасная зона. Ага, так. Дополнительные ремни и подсумки для метательного оружия позволят удвоить его запасы. Почему нет? Пусть будет. Так, лады. Давайте я по ночухе мотаться не буду, не люблю мотаться по ночухе. И мы с утречка продолжим наше небольшое, скромное путешествие. Потому что ночью может быть поспокойнее, но мне нравится стреляться с людьми на самом деле в этом. Нет ничего сложного. Если это не Watch Dogs, то определенно может... не быть у нас с этим проблем. Итак, я заряжен. В целом даже готов отправиться в дальнейшее путешествие. Сучанский. Я думал, сейчас кто-нибудь как выскочит на меня. Да, вот типа такого. Я тебя вижу. Я знаю, что ты там есть. Так, ладно, надеюсь, они не будут. Хотя вот тут кто-то хочет появиться. Или наоборот, он уплыл. Делает куб-куб.
Окей. Давайте не будем подолгу на одном месте торчать. И нам нужно следовать далее. У нас есть конкретная задача. Я подозреваю, нам нужно плыть туда. Там сверху какой-то боец. Скорее всего, почивший. Ну, я так, знаете, думал, сейчас кто-то выскочит из-под воды. Потому что, видите, рябь по воде небольшая идет. Очень темное и зловещее место. Мы заплываем в какой-то Жопинск, обратите внимание. Нихера себе. Ага. Здесь я по полной буду веселиться, да? И музон такой, ну, братишка, давай. Расхлебывай это дерьмо. Какие-то линии, как будто мне нужно. Вот здесь заканчивается вода. Начинается тьма. Ничего кроме тьмы. Так, я тут немножко на этот наплыл, да, на текстуру дерева. Эй! Сракш! Что такой неуклюжий? На лодке, да, опять? Надо было не прыгать, да? Не, пусть горит. Что это? Всем аккуратно. Есть черта такая. Перенедоперепрыгивать. Я думаю, тоже вы обращали на это внимание. Я как-то так в одном из эпизодов, опа, боженька, проплыл. Я так в одном из эпизодов слегка подпромахнулся, перепрыгивая. Ну давай. Так, или мне здесь где-то проплыть нужно? Потому что... Или мне нужно... Сюда. Ну давай! Давай! Нет, мне, судя по всему, не сюда. А куда мне тогда? Я понимаю, что мне нужно найти дрезину, но не она ли случайно ли? Вот эта вот штука. Это.
Главное, чтобы меня здесь никто не сожрал. Потому что это будет не круто. Здесь где-нибудь есть подъем. Вот что-то я не буду. Трупы повсюду. Колья. Они явно к чему-то готовы. Итак, и куда мне? Потому что там я явно не проплыву. Может быть, где-то надо было раньше мне выйти? Может быть, я могу как-то снаружи туда войти? Может быть, с другой, с внешней стороны выезд заплыть? Здесь, надеюсь, проплыву? Нет. Не проплыву. Или, если только очень... аккуратненько попытаться вот здесь вот втиснуться. Так вот. Нет, я не втиснулся. Оп! Только что появились надписи. Какой-то призрак, видимо, их дописал. Или здесь был небольшой просвет во времени. Маленькое путешествие во времени. Так, давайте в ту сторону. Потому что снизу я нигде, никуда и никак, на самом-то деле. Да хорош ты, что ты застреваешь-то, парень? Давайте сюда заглянем. Всякие необходимые штуки. Давайте, пока мы здесь, сделаем немножко патрончиков. Этих патрончиков немного сделаем. Пусть будут. И теперь мы отправляемся сюда. Ой-ой-ой, перепутал последовательность клавиш. Так. Тут какой-то грустный молодой человек. Внутри мы уже были, проплыли, ничего не обнаружив. Вырулили наверх. Ладно, текстурка. Это не твои проблемы. Так, ладно, не обращайте внимания, это небольшие тупники с управлением. Здесь текстурка не может решить, кому из них быть. Ладно, такое иногда случается. Нет, просто железка. Так, или по той стороне. Угу. Я могу здесь как-то в окно пролезть? Или вот это вот, вот, вот так вот делаете, да? Так. С каждым новым шагом все. И есть здесь неактивно, да? Окей. Ладно. Тебе нравится, видимо,
гонять игроков. Туда гонять, сюда. Ладно, я посмотрел, что здесь. Да как здесь? Немножечко даже полезных вещей нашел. Потому что у меня их в дефиците, а оружие-то пачкается. Тут вот джентльмен был. Явно снайпер. Так, и получается, что ничего меня не ведет с внешней стороны сюда. Окей. Мне, типа, внутрь обратно возвращаться? Что это было, как будто полет в невесомости, вдаль от вечности. Так, давайте попробуем проплыть вот по той стороне и заглянуть за грань событий. Открываем назад. Ах ты, сученька. Бессовестные насекомые. Еще один. Но он вроде пока никак на меня. Будто бы стоит, смотрите, тот справа скелет. Ну давай. Бесстыдник. Харчомен. Плюется в меня своей жижей мерзкой, вонючей. Эй. Проплывай. Ну давай же. Что за хрень? Боже, управление лодкой — это какое-то изнасилование. Все, невидимая стена, серьезно? Или этот прутик меня туда не пускает? А здесь я смогу проплыть? Нет, не смогу, мне нельзя. Так, ладно, мне в итоге нужно вернуться обратно. Замечательно. Замечательно происходит наше время события. Плен электроприборцев, борцев, для электроборцев. Давайте еще раз. Вот он как будто бы стоял на стреме. Еще раз внимательно посмотрим. Но это место никуда не вело, или мне кажется просто. Может быть, я плохо подразобрался в местном
управлении, и там где-то на самом деле можно было пролезть. Ну, с другой стороны, здесь, да, вот видите, все как будто бы ведет меня именно в то направление. И вот опять-таки, видите, стоит бак с костерком. Как низко они кружат. Значит, мне нужно придумывать, как туда забраться. Я имею в виду справа, вот где вы видите, находится необходимый для дальнейшего прохождения агрегат. Вот, видите, здесь подсвечено. Да я не могу добраться. Массараж. Это было жестко и внезапно. Ублюдки. Сейчас еще кто-нибудь на меня выскочит. Кто еще здесь есть? Кто? Подходите по одному. И со спины как педики не залетайте. Это очень плохая черта. Ага, я могу взаимодействовать. Мазафака. Прикольно. Окей, понял. Давайте сначала здесь посмотрим, что происходит. Там вот есть комната. Тут много всего, куда можно залезть. Позырить, что ли? Еще один парень. Слегка умер. Угу. А туда я могу как-нибудь попасть? Или нужен ключ? Ага, ладно. Ну, наверное, у нас будет какая-то возможность туда попасть, либо с другой стороны, либо где-то здесь. На локации ключ валяется. Так. Точно не сюда. Чертурки. Что с вами не так? Oh.
чё такой прочность у чара? Эти темные они. Очень прочные. Очень прочные. Либо это я мазила. Все, я понял. Понял, что надо С удерживать. Просто я не хочу сейчас ее бросать. Знаете, самое крутое в метро, на мой взгляд, это... Вот и надо тебе сейчас, да, было? А я мог успеть пробежать или исключительно скрипт? Все поломал. Так вот. Это пустой интерфейс, то есть на экране ничего лишнего нету. Вот, то есть только игра. И все, и получается ничто не вырывает. Будто не попадаю. Хо-хо. Эй! Замечательно. Ну, хоть взобрался. И на том спасибо. Да ты гонишь! Лысый, бежать, эй! Бред какой-то. Точно. Забыл проконтролировать момент. И в самый нужный момент ствол у меня сказал «нет». Так вот, что могу сказать по поводу интерфейса. Это замечательно. Очень мне этого не хватает в Дайлайте. Потому что там очень много ненужного летания. То, от чего как раз таки можно было избавиться и точно так же вот перенести. Здесь во второй части они с этим что-нибудь сделают. Ну, здесь есть лестница, давайте поднимемся. Артём! Артём, прием! Да прием, прием, я слышу. Но у нас же Артём не разговаривает. Поэтому он не может тебе ответить. Он молчит, как рыба об лёд. Да ты гонишь, уродец. Ага, и они решили все за мной пойти, да? Да ты... Да хорош застревать, господи! Масаракш! Очень неудобная локация для сражения.
сдохнем. Народ, если что, не обейся насчет этого дерьма всего происходящего. Я просто, знаете, не геймер, на самом деле. Я так, чисто для себя играюсь. Так. Здесь каким-то образом я должен был, наверное, по-человечески с ними вот здесь вот порамсить, спрятаться от них. Пес, чё ты здесь летаешь тут, чувак? Что это за ужасная хрень? Непонятно, что это. Собака какая-то в текстуру вросшая. Это типа логово, в смысле, ну, улей. Капец, здесь народу мертвых. Хм, очень много людей здесь погибло. Оп, череп в текстурах. Замечательно. Да есть связь, я же ваш слышу. Вас. Это ли не главный показатель того, что связь есть? Я могу включить? Да, вот.
Пусть хоть немножко будет посветлее здесь. Чё ты не сразу-то на попадание патрона отреагировал? Чё? Чё за хрень? Да осторожно! Чё тебе там снизу не плавается, эй, парень? Опа! Что ж, весьма напряженный эпизод сегодня получается. Как вы заметили уже. Так. Они как-то будут... взаимосвязаны или мне можно сюда слезть? Что типа сторожило, типа батя их, дед? Во! Да ты хорош! Очень прочно вот эти серые. Просто я не вижу других методов с ними воевать, то есть на их территории по факту. Они со всех сторон вылазят, вылажут. На тебя. И атакуют. У нас есть путь наверх. Я хочу посмотреть. Или нам... Подожди, нам дают типа выбор. Мы можем пойти снизу. Либо можем пойти сверху. Не снизу, по низу. Она так будет правильно. Да, я как знал, что здесь будет веселье. Все, заканчивается нахер. Это здесь просто... Ага, типа можно было сюда и побежать с ними, тоже повоевать с этой стороны. Так, ясно, я понял вас. Я вас понял. Опасная штуковина, очень злая штуковина. А эти чуваки явно не так давно погибли здесь, потому что все тела достаточно свежие. Ну, если можете посмотреть, да, не разложившиеся.
Угу. Здесь где-то должен быть еще один какой-то поворотный механизм. Так, и где он? По скрипту вниз побежал. Ну конечно. В натуре. Ну вот мне теперь. Ну ладно. Мне теперь даже немножко стыдно, что я в него стрелял. То есть он так ничего себе прикрыл меня от души. Перепутал все клавиши одновременно. Артём, жив? Тёма? Артём? Да жив я, жив. Что со мной будет? По кругу провели в итоге. Раба Божья, раб Божий. Тонул, упал с моста, голод, воспаление легких, чахотка, родильная горячка. Нас вот как раз рэп недостойные рабы Божьи записывают в основном. Если вы обращали на это внимание. Не включать? Давайте включим. О, какое у вас дурацкое кладбище, народ. Вы
очень не ценили свое личное пространство, да? Потому что можно было бы, не знаю, хотя бы воду... А, ну хотя воду же пить надо. Точно. Заброшено тут все, затхло. Одним словом, не очень. Это, видимо, чей-то офис был. Офис господа вашего. Опа. Это поворот. У меня есть ночное видение. Вот дверь та самая. В основном накапливается выпить, и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бентосные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели. Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали и, напротив, по темпам роста превзошли контрольную группу в 4 раза. На биологические виды вещество, похоже, практически не влияет. Окунь и плотва показали незначительное повышение темпов роста без негативных эффектов. Любопытно, они либо изучали, либо создавали. Странно. Ну, в общем, мы таки обнаружили то, что нам нужно было. И сейчас потихонечку будем сваливать отсюда. Отседога. Так, угу. Ништяк, ключ в зажигании. Прикольно. Нет, ни капли. Упался немного. Ну как, Варя, достал дрезину? Нет, да, не достал. Слышу, трахнет, родная. Ай, молодца. Теперь тебе к лугономойке надо. Только ты уж там того, аккуратненько. Народец там нехти, прям скажу. Все как есть спасти. Так что, если чё, то и как говорится. Так, мне надо вот этими стрелками, типа, управлять тоже, да?
Угу. Иди нахер, Тебя мне еще здесь не хватало. Так, и как мне быть? Иди в жопу. В другой район летай. Так. Что там у нас по карте? Путь свободен, осталось после отправиться в депо с помощью дрезины потащить вагон к Авроре. Наверное, знаете как, давайте на этом месте мы сегодня остановимся, потому что длинные эпизоды для Ютуба это очень больно. И в следующей серии мы вернемся на этом самом месте, в этой самой игре, на этом самом канале. Так что на сегодня у нас шалость удалась. Не забываем подписываться, оставлять лайки, комментарии и увидимся, когда увидимся.